Просто пока не носил. Ближе к машине, на носилки, ближе к машине. Под меня носилки. Так, ты с ногами работай. Так, аккуратно ноги его положи. Не, ближе к этим. Так, мы за штанины, ты ближе к ободью. Возьми за штанины, по районе колен. Протягивай вперед. Сейчас протягивай. Давай, Дима, еще без боли. Я слеплю по нахуй. Он восходит, что я много смыл. Дыши туда, дыши, дыши, дыши. Аккумуляторы сутилят. Мы сейчас из продавших отправим, будет начинать осмотр. Пока не теряйте. Пока не вон там, за пешеходным переходом, на прелестной линии разметки, две машины пошел на обгон. Увидел машину, Калину впереди себя. Начал тормозить, съехал на эту обочину, он в последний момент тоже свернул. Я уже не успел вывернуть обратно на дорогу. На обочине произошло столкновение. С какой скоростью двигались? Ну, примерно 100 км в час где-то. А не знали, что тут участок, где запрещено обгонять? Там не было знака «обгон запрещен». Разметку уже потом увидел, когда уже начал обгон. В том, что обгон является потенциально опасным маневром, известно давно. Но вновь и вновь безответственность при его совершении приводит к трагедиям. Сегодня, 28 марта, около 15 часов, на 201-м километре автодороги Елабуга-Пермь, территориально это Икшурбонинский район Удмуртской республики, водитель автомобиля Hyundai, молодой человек 90-го года рождения, имеющий водительский стаж всего 8 месяцев, игнорируя знаки пешеходный переход и наличие сплошной линии разметки, при производстве обгона выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира были доставлены в медицинское учреждение.